Привет всем! Хочу поделиться рецептом печеной картошки. Беру пару картошин, засовываю в духовку где-то на час и держу по температуре 500 градусов Фаренгейта. В этот раз немножко передержал. Обычно кожура легко отстает после запекания. Здесь она как-то второй слой прижарился. Вот, немножко пришлось помучиться и выковыривать ложкой. Вот, дальше делаю мятку. Вот, добавляю соль, 3 ложки оливкового масла на такой объем, вот таких ложки. Вот, и очень получается очень вкусно. И альтернативный вариант использовать вместо картофеля сладкий картофель батат. И что изменяется? Температуру можно сделать поменьше. Вот. И помимо оливкового масла добавляю корицу и клевер. Получается что-то напоминает такой pumpkin pie, тыквенный пирог напоминает. Вот. А ну что еще интересно, читал про этот батат, оказывается, он может расти и выращивается и в России. Вот.